Пакеты от детского питания, салфетки и бахилы. По мусору сразу понятно, что это прибольничная территория. Задача бригады рабочих – за день привести участок в порядок. А там и посетители больницы начнут вести себя культурнее, говорят рабочие. С начала сезона очень много мусора, а уже к концу сезона, к октябрю, к ноябрю уже... Как более-менее уже они смотрят, что мы территорию убираем и как-то стараются уже поменьше бросать мусора. Сигнал о необходимости привести территорию здесь в порядок поступил от жителей в общественный совет Октябрьского района. Такой механизм взаимодействия позволяет общественности обращать внимание власти именно на те моменты, которые в первую очередь волнуют горожан, и оперативно решать вопросы на местах. В общественном совете уже накоплен достаточно большой банк данных нерешенных проблем, ну и они как-то структурированы по направлениям, и уже появляются в некоторых домах, появляются лавочки у подъезда, в некоторых домах ремонтируются детские площадки, вот здесь территория убирается. Так от малого к большому постепенно можно навести порядок во всем городе, уверены специалисты. А там главное будет просто его поддерживать. Для этого горожане должны сами сформировать команду созидания из неравнодушных граждан, нацеленных работать на благо города и общими силами решать возникающие вопросы. 13 сентября в Самарской области выберут депутатов в районные советы, которые и будут представлять интересы населения каждого микрорайона. Алина Чемерис, Марина Матвеевична, Сергей Баскин. События.